Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, у нас дракончик недели новый, ядовитый дракон, ну ничего себе, ну чё-то как-то не очень похож на он, хотя морда немножко на змею похожа. Ладно, к этому мы вернемся чуть попозже, давайте сейчас мы тут уменьшимся, насколько это возможно. Так, ну, как вы знаете, у нас продолжаются божественные всякие акции, у нас идет битва с боссом, да, пошел второй день. Я тут уже приближаюсь к первому кругу, который уже можно было, конечно, давно закончить. Но вы знаете, у меня, как говорится, изначально не любовь вот с этим видом испытаний. С боссами вообще никогда, в принципе, не сражался. Ну, на этот раз, может, это было легче, может, нет. Фиг его знает. Так что идем в следующее наше испытание. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это соревнование. Северное задание, ё-моё, соревнование хотел сказать. Так, накормить дракона. Это как раз легче простого. Накормить дракошку. Так, и повысить уровень. Отлично, то есть мы выполнили этот этап. Давайте смотреть, что там стало за новые задания стали. Собрать золото, собрать еду и вывести двух драконов-метисов. То есть, ну, значит, метисов. Метисов это вот. Вот, я сразу выполнил. Подожди, там же вроде два было. Нет, один, то есть, как бы, сходу выполнил это задание. Давайте поставим тогда еще. Ну, у меня такая вот комбинация, тут стоит она. Обычно короткая получается. И я жду. Так, у нас дракон недели ядовитый. Давайте глянем. Шипы плюс конфетка. Ну да, кстати, я бы уже сделал пару комбинаций его вывести, а потом пришлось переключиться на что-нибудь, потому что постоянно приходится выполнять эти условия по выведению. Так, это мы выполнили. Ну и сейчас сбор еды, и в общем-то, и там мы нарываемся на тайм-аут какой там где-то часа два, наверное, час по этому заданию и почти 3 часа по сбору золота. Ну вот как бы получается вот так вот. 3 часа. Так, а 3 часа это дадут 3 штуки за предмет. Точнее, до появления первого или до полного лимита. 3 часа. Как бы не совсем понятно. Так, ну здесь этапов 10. Я на 5-м. 5-й, ну за сегодня, по идее, пройду, если 3 часа это будет полностью лимит из 3 заполнен, то я это смогу сделать сегодня. Так, ладненько. Также у нас идет клановое событие началось. Так, исследовать руны, это не наши. Это не наши, ё-моё, тут совсем какая-то печаль, беда. Ну вот это можно выполнить. Вот 5 критические удары нанести, это будет несложно. Так. Мы тут, в общем-то, далеко. Ну, хотя вот, ребят, надо вот первых троих, точнее, ну, первых двоих, кто перед нами, надо нагибать. То есть, ладно, первый он там сильно оторвался, да, но как бы второго и третьего нужно догонять. Это как бы не так уж-то и сложно. Надо поднажать, ребята. Надо поднажать. Так. Ну, мне как тут на зло всего не хватает. Ладно, давайте что-нибудь попросим, может, у кого-нибудь это есть, то, что нужно уже мне. Так, критические удары мы нанесем, но перед этим, так, чуть не забыл, еду поставить, нужно же еду поставить. Часовая еда у меня всегда обычно стоит. И теперь давайте пойдем еще в подземелечко. Я уже здесь, по-моему, сегодня 5 битв прошел. Давно мы сюда не заходили. Шанс получить монаха. Монаха. Давайте в магазин темницы зайдем. Ну, монах у меня уже есть. Так что не надо нам монаха. Вот зомбика мы вот... Мы уже можем купить, ребята, зомбика. Ага. Давайте тогда мы это сделаем. Дракон-зомбик. Только мы его, блин, сейчас не вырастим, да? Ну, 27 тысяч. Это то, что я хотел. То есть, ну, опять же, монахи и чародеи это одно и то же, только стихии в разном порядке. Как бы, ну, следующего тогда робота купим. Если у меня его нет, честно говоря. Надо проверить, может, у меня он есть. Итак,
Стены кабинета Отто сплошь увешаны чертежами механической темницы, им же разработаны. Ну так, 50 уровень, погнали. Ну, с факелом это моя более сильная троица. Так что все у нас тут будет отлично. Так, ну, тигр это у нас так, чисто приманка. Все целятся по нему, потому что он слабенький. Ну, ничего себе, даже все выжили. И давайте по центру откроем. Ну, опять же, лучше награда, чем получили мы, здесь не было. Вот так вот. С этим мы разобрались. Давайте код дружбы нужно показать. 5B0F59. Я уже даже вроде как на память запомнил. Так. Ну и чё? Давайте заглянем. Что у нас тут еще имеется? У меня по нулям. То, что просят, у меня его и так нет. Так, наборы карт. Давно мы не открывали какой-то набор карт. Кого здесь можно получить? Так, кенгуру, копилка. Ну вот легендарный, да, мне 10 кусочков осталось, чтобы собрать озеленителя. И сколько? И протоса собрать 13 кусочков. Он же страж. Так, ну давайте мы по качке потратим 60 тысяч. Так, легендарный есть. Как раз попался нам протос, это хорошо. И это нехорошо. Еще. Ну и попался нам паладин, да? Паладин у меня уже был, короче. Ладно, ладно, ладно. Кстати, да, по поводу божественной акции, да, теперь уже вот открылись. Как говорится, это время идет внизу до начала открытия этого фигни. Но получить, как бы, вот смотрите, 50% шанс Одина и 30-20 на шанс на Хелу и Локи, как бы, за это нужно отдать 100 этикеток этих, 100 билетиков. Да нафиг оно надо. Вот как бы фрик получить еще куда ни шло. Тут хоть по два какие-то варианты есть. Так, а как тут посмотреть, на каком этапе, точнее, сколько у меня сейчас есть карточек? Боги, давайте божественные. Фриг. А, понятно. Фриг у меня по нулям. Так. Вот Аид. Таи, блин, две карточки не хватило. Таи. Вот Один у меня тоже как-то печально все. Один, Посейдон, Зевс, да, там тут что-то какая-то печаль была. Да, ну с Одином тоже беда, всего лишь 12 из 26 собрали пока что. Чан И тоже фигня, ну то, что в карточках попадается, это вообще жесть. Его собрать, я не знаю, это сколько нужно. Нужно донатить по-жесткому, иначе не насобираешь. Ух ты, даром. А, ну да, я смотрел, кстати, вот эту вот штуку, и за сегодня билетика 3, наверное, в рекламке высмотрел. Есть такие дела. Так, давайте по традиции зайдем. Сделаем еще. Какой тут уровень? 60-й. 59-й, кстати. Давайте попробуем сейчас сюда сходить. Ну, нас, наверное, быстро уничтожить. Я знаю, что вы ищете тиранов, профессор, но кажется, их здесь нет. Ты можешь быть права, но как и все, что все, что внезапно появляется из океана, этот остров стоит исследовать. Так, ну у него ничего такого нет, хотя у него есть молния, которая может парализовать факела. А, не-не-не, значит нам сюда не надо. Нас просто уничтожили моментально. Да-да-да, туда нам точно еще рано. Так, очередная попытка. А, это же мы даже продвинулись с прошлого момента, да, у нас такие 60-е сейчас противники, но уже один есть легендарный скелетик. Так, нет. У кого здесь что? Ладно, давайте вот так вот. Кстати, нам нужно же выполнять условия по
суперским ударом нашим. Так, ну как бы шансы вроде есть. Так, но походу факела мы уже потеряли. Это было печально. Так, ну шансы еще остаются. Нам фартит. У меня даже все до сих пор по нам не попали целые все жизни, представляете себе? Пробили. Шикарно, ребята, ничего себе. Вот это мы дали бой в забытом лесе, в забытом лесу, короче. Даже на две звездочки. Так, ну нам время тут ворота открывать. А это значит, что нужно попросить о помощи. Белочка нам точно поможет. Тын-тын-тын-тын-тын. Давайте вот так вот. Как-нибудь рандомно будем тыкать. Просим, 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 просим. Просим помочь нам открыть ворота. Думаю, этого будет более чем достаточно. Так, проверим. Может, кто-то у нас просит помощи? Да, конечно. У нас тоже есть запросы на помощь. И мы всем обязательно помогаем. Кстати, индораптор. Ха-ха, прикольно. Прикольно. Так, ну, а здесь я уже все собрал за сегодня. Это хорошо, нужно будет рекламку посмотреть, чтобы еще получить кристаллик. У меня, как видите, 408 кристалликов сейчас. Ну, я как бы тут неактивно глажу. Тут можно всех гладить и будешь дополнительно получать эти кристальчики. Так, ну, давайте заглянем еще на колдовскую арену. Я ее все... А, я сегодня полностью ее прошел. То есть получил военный сундук уже за сегодня. Так, давайте-ка мы заглянем. У меня здесь сколько? Как раз 615. Давайте мы попробуем. Попробуем сейчас тигром пройти. А где я? Ягодка у меня там уже стоит, получается. Да, ягодка уже есть, усиления сильные стоят. Ну давайте. Попытка, не пытка. Ну, черт, мы тут на одинаковом уровне, это плохо. Ну, это тоже как-то не прикольно. Он да, чуть меньше, чем 30% он нам снял. Так, тут за два удара мы должны пробить по любасу. Даже за один. Это хорошо. Так. Делаем вот так. Хотя, наверное, тигр бы пробил бы 4 уровня преимущества. Должен был бы, наверное, пробить. Итак. Там еще 2 впереди. Ну, давайте попробуем. Самоуничтожились. Ну, в принципе, нормально. Расклад нормальный. Ну и пошлите так. Ух ты, ё-моё, зря потратил, оказывается. Так, ну это мы точно, это мы уже не пройдем. Пройдем, блин, ребята, да, впустую потратил 2 таких классных усиления. Но это мы самой слабой командой прошли, ребята. Неплохо. Так, давайте заглянем, где там я уже опустился или нет. Вот здесь. Ну, в третьей лиге я сейчас тут нахожусь. Третья лига, да? Ну, в принципе, да, третья. А во вторую я так и не могу попасть, да?
Так, ну тут есть легкие противники. Ну там просто нужно войти, да, очень как бы узкий круг тех, кто попадает во вторую лигу драконьей чешуи. Ай-яй-яй, не туда, ну правда я не глядя. Опа, мы выполнили 15 этих суперских ударов. Это, по-моему, последнее задание, которое нужно было выполнить. Сейчас проверим. Еще какое-то задание клана выполнили, вообще шикарно. Так, сколько нужно, чтобы перейти во вторую лигу? Нужно попасть в 75 лучших. Ну, давайте попробуем. У нас еще были зеленые противники. Вот оно иногда бывает, заходишь, есть, а иногда бывает, даже обновляешь и не находишь достойного противника. Так, ну пока есть зеленые, можно посражаться. Позиция 131, кстати. Кстати, все шансы есть. Оу, смотрите, какая легкотня нам тут попалась. Так, изи. Изи-бизи. Так, 3 победы подряд. 117 левел. И, смотрите, какие легкие-легкие нам тут попадаются. Так, ну хорошо, 4. Какая позиция? 91-я. Так, слышите, ребята, у нас есть шанс попасть во вторую. Есть все шансы. У нас, ну, правда, один легкий остался. Ладно, потом я попробую. Попробую, может, у нас получится на этот раз. Так. Только что... А что я хотел? А, вот, проверить выполнение заданий, да, 5 из 6, и вот 6 задание. Нам дают какую-то карточку. Эх, какая-то фигня. О, кстати. Вот этого дракончика у меня еще нет. Ну что, неплохо. Сколько у меня всего дракончиков? 228 дракончиков. Чуть меньше половины. Так, а мне не хватает кого? Изумруд. Надо что-то как-то посмотреть, что ли, как вывести изумруда. За это дадут 10 кристаллов. Изумруд. Так, ну это эпики. Тут джем. Джем. Брат-близнец. Брат-близнец привидение. Так, вот здесь тоже одного не хватает, но опять же он был, по-моему, это ОВДшный, наверное. Бронзовый. Которого я назвал, как будто бы из покрышек сделан. Хотя он шоколадный. Драконы темной луны. Прикольно. Легендарные, да. Тут прям ни одного нет. Но этих можно вывести, наверное. Феи можно вывести. Омута, да, это, наверное, еще выводимые драконы. Так, колдовские драконы, у меня есть один. Ну, вообще-то мне колдовских не один, просто из этой компашки один. Магические драконы, жука оленя могу вывести, это тоже как бы... Ну, со звездочкой это колдовское разведение все. Вот моя трость. Ух ты, а такого я не видел. Колдовское легендарное разведение? Это как? Разве там такое было? Давайте-ка сейчас мы заглянем. Вот я хочу сюда увидеть. Разве здесь были легендарные? А, вот-то появились. Их же раньше, по-моему, не было, ребят. Я вроде не было. Вот носорог появился. Блин, не могу даже информацию по нему посмотреть. Носорог, касатка, прикольно. Плюш. Плюш, плюш, плюш. Шиповник, крошка, шлем. И песчаная тень. Вот такие вот дракончики можем выводить. Но для этого нужно гнездовье уровнем 6. По-моему, не было такого раньше. Было 5 уровней. Ну ладно, не буду утверждать, точно, ребятки, не помню, как там было. Ну на этом тогда серию заканчиваю. Спасибо за просмотр и всем пока.